хи-хи, привет, мои красавицы и красавцы! Ну что? Смерть меня дома не застанет. Она меня найдет в пути. И я опять в аэропорту. Ча-ча-ча. Вы знаете, что после своего круиза, кто следил за моими событиями по Багамским островах, на островах, я вернулась в Нью-Йорк, но там было, вы знаете, для весны очень даже холодновато. Что-то я так посмотрела и решила опять покинуть любимые края, пока в Нью-Йорке не установится стабильная 25-градусная температура. И я сегодня опять улетаю. А куда? Это пока секрет. Интересно, кто угадает? Пишите под комментариями, куда я лечу. И, возможно, кто первый угадает, я вам пришлю личную открыточку с тех мест с автографом, с наилучшими пожеланиями, а может быть даже с персональным и личным номером телефона. Смотрите, гуляю по аэропорту, и вот такая вот декорация. Местный арт. Вначале не поняла, потом подошла поближе. Вы знаете, что это? Это американские конфеты. Машмало называются. Это зайчики, это птички. И эти конфеты у нас продаются на Пасху, когда идет Истер. Тут кто-то уже голову съел. А тут прямо целого цыпленка выдрали. Все-таки, представляете, народ? Сняли, вытащили. Наверное, на зуб попробовали, слушайте. Это вообще должно быть все сладкое. Я так понимаю, просто взяли такой шарик и облепили конфетками. Ну, очень даже оригинально, как вы думаете, да? Ну и вот такой вот аэропорт. Местные достопримечательности тут просвещают народ, чтобы он от скуки не умер. Аэропорт довольно-таки спокойный, тихий. Находится в небольшом городочке. Я не очень большие люблю аэропорта, такие, которые, например, в Нью-Йорке, JFK, или даже в той Филадельфии. Вы знаете, там, конечно, поток безумный, и те пограничники, которые стоят на контроле, они бедные, наверное, озверевшие от такого количества людей. А здесь, вы знаете, все такие милые, хорошие. Так приятно с тобой разговаривать. И я вам хочу сказать, первый раз за долгие-долгие годы я прошла спокойно совершенно контроль, и ко мне не придрались. Представляете? Ну и я оделась вроде поскромнее, как вы думаете? Аутфит вам покажу свой. Очень даже скромненький. Ну вот видите, да, народу очень даже мало. Пойду что-нибудь сейчас покушаю, куплю себе попить. Rows 12 and 14, and two doors in the back. Each door is equipped with an evacuation sign. All exits are marked with a red and white exit sign. To assist you with locating each exit, there's this escape path lighting on near the floor. Please take a moment to locate the exits nearest you. Keep in mind that may be behind you. Thank you.
подумала, что это статуя, а это настоящий дядька живой. Вот, пожалуйста, я уже приземлилась. Ча-ча-ча. А куда? Отгадайте, отгадайте. Иду арендовать машину. Компания, с которой мы будем Enterprise разбираться по поводу машины. Ну и ча-ча-ча, смотрите, я беру красную машинку. Сейчас мальчик там все оформит. И я в красном настроении на красной бибике. Ча-ча-ча. Ну, вот меню, пожалуйста, и цены очень отличаются от нашей Пенсильвании. Смотрите, какие цены. Одно блюдо $135. Это простое кафе на улице Майами. Так, я решила заказать себе жареные кальмары. Посмотрим. Это, смотрите, лайм. Так вот, сеточки подают, чтобы косточки не падали на нашу еду. Ой, боже, у меня даже сил нету выжать. Вот. Так, попробуем.